Патриотами не рождаются, патриотами становятся. Такова основная мысль новой картины, которая в этом году пополнила список отечественных фильмов. Работа под названием «Регион 13» — это криминальная драма. Она стала дебютом для всей съемочной команды. Режиссером ленты выступил Омар Сонкар. А главные роли исполнили Мейрхан Сунатилаев, Евгения Гуренкова и Арман Ельдимбаев. На самом деле не было ни одного профессионального актера. Не было ни одного режиссера, то есть это была команда, можно сказать, дилетантов, которые первый раз вообще занимались этим делом. И в Казахстане киноиндустрия свободна, и нам нужно побольше патриотичных фильмов, можно так сказать, чтобы люди посмотрели, чтобы немножечко сплотились на фоне всего мирового сообщества, можно так сказать. Сюжет фильма непрост. Криминальный авторитет по прозвищу Багда отошел от дел и живет спокойной, размеренной жизнью. Случайно он получает от своего давнего друга информацию о готовившихся массовых беспорядках в его регионе. Несмотря на свое прошлое, Багда не может остаться в стороне и пытается всеми способами предотвратить террористический акт. Мы не хотели делать из бандита Робин Гуда, можно сказать. Мы хотели показать, что любой и старый, и млад, и бандит, и госслужащий должны все в общем противостоять одному делу, который, может быть, надвиснет над нашей головой. Здесь не делался акцент именно на бандитов, но это южный колорит, южный регион. Это просто художественный момент. Кстати, о моментах. Как мы уже говорили, профессиональных актеров в ленте нет, но зато консультантами картины выступили специалисты, хорошо знакомые с работой полицейских и криминалистов. Именно благодаря их скрупулезности в отношении к деталям работы спецслужб, картина получилась такой реалистичной. Обыватель обычный, сидя дома, находясь на работе, он не знает о том, что вот так происходят вот такие вот противоправные действия со стороны как внутренних преступных элементов, так и зарубежных. Такие фильмы нужны, чтобы люди знали, что спецслужбы борются с этим. На сегодня в планах съемочной команды фильма «Регион 13» ротация картины в странах СНГ и ближнего зарубежья. Нуржан Джумашев, Ренат Алибеков, Жанна Кун.